Привет! Я нахожусь в аэропорту Домодедово. Хотела рассказать немного о том, что является самой незаменимой вещью, когда вы путешествуете в аэропорту. Ну что, как вы думаете, что является самой незаменимой вещью в аэропорту? Даю 3 секунды. 1, 2, 3. Нет? Не догадались? Вот. Это вещь. Это тройник. Это самая незаменимая вещь в аэропорту. Когда вы находитесь в зале ожидания, я обнаружила, я, в принципе, уже давно это знала, что там не хватает розеток. Просто катастрофически, это какой-то дефицит. Ну, а мы все знаем, что сейчас у всех практически есть гаджеты, да, у кого-то телефоны мобильные, у кого-то планшеты, у кого-то ноутбуки. И всем просто необходимо всегда, находясь в аэропорту, их заряжать. И поэтому найти свободную розетку просто нереально. Сколько бы мы ни ходили, розетки всегда заняты. И почему-то никто никогда не додумался взять с собой обычный простой тройник. Это очень удобно. За считанные минуты этот тройник просто весь забит всяческими розетками. Не помогает не только себе, но и остальным пассажирам. Так что в следующий раз, когда вы едете, летите куда-то, и вы будете находиться в аэропорту очень долго, вам нужно зарядить какой-то аппарат, возьмите с собой тройник. Он очень дешевый и он очень легкий, но очень незаменим, когда вы путешествуете.